Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Недавно стало известно о тайном романе примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой. Как всем известно, последние годы она жена юмориста и телеведущего Максима Галкина, с которым у них двое совместных детей. В браке Алла Борисовна была 6 раз, а романов у нее было значительно больше. Некоторые из них перестали быть тайной для поклонников ее творчества только сейчас. Об одном таком романе стало известно при весьма трагических обстоятельствах. 13 апреля не стало Леонида Борткевича. Солист группы «Песняры» скончался на 72-м году жизни из-за сахарного диабета. Однако музыкант прожил насыщенную и яркую жизнь, оставив после себя 3 сыновей и внес большой вклад в развитие музыки. При этом Леонида Борткевича не зря считали сердцеедом. В свое время он даже закрутил роман с Аллой Пугачевой. Это произошло в 1975 году в Каннах. Тогда песняры приехали на гастроли. Когда Примадонна и Борткевич увидели друг друга, между ними пробежала искра. Роман был недолгим, но Алла Борисовна до сих пор считает музыканта своим бывшим. Некоторые утверждали, что когда Борткевич был на гастролях с песнярами в Москве, всегда встречался с Аллой Борисовной. Андрей Малахов, когда узнал, чуть не упал. Он с редакцией программы «Прямой эфир» планировал сделать программу, посвященную Леониду Борткевичу, пригласив Примадонну. Но Алла Борисовна наотрез отказалась участвовать, а тем более рассказывать о своем романе с Борткевичем.